Здравствуйте, я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся» программа о выборе спутника жизни. Сегодня у нас невеста и три жениха. Напористый энергетик Рамуальд, верующий оценщик Николай и бывший военный Денис. А невеста у нас Надежда. Давайте знакомиться. Здравствуйте. Я верю, что все плохое осталось в прошлом году, а в новом году я встречу свою любовь именно здесь. А пришли поддержать меня моя сестра Кристина и моя подруга Кристина. Надежда, 28 лет. Каждый раз ее счастью мешали родственники избранников. С первым женихом разлучила его мама, со вторым брат. Надежда администратор в развлекательном центре. Окончила музыкальное училище, рисует пейзажи, читает русскую классическую литературу, мечтает сняться в голливудской комедии. Предупреждает, что любит пофилософствовать. Надежда признается, что хотела бы обвенчаться со своим избранником в церкви. Ее будущий супруг должен любить спорт, театр, иметь цели в жизни и не зависеть от мнений родственников. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Надежда. Ну, не всем, конечно, везет с родственниками избранника. Вы сказали, что с первым молодым человеком мешала активно мама. Да. Угу. Расскажите. Активно, постоянные были ссоры из-за этого. Мы познакомились с ним, когда мне было 18 лет, а ему было 26. Все было как в сказке. Первая любовь, он был моим первым мужчиной. Вот. И ведь вы поначалу нравились его маме. Да, поначалу, да, я нравилась его маме. А потом они как-то неожиданно вдруг разбогатели. Да, отец устроился на другую работу, и, соответственно, у них стал другой достаток. Вот. И они, мама переехала с отцом в коттедж, а мы остались в квартире маленькой, двухкомнатной, в которой он жил, когда мы познакомились. Угу. Вот. И когда вот мы жили вместе, то есть я там ночевала по выходным, и потом все чаще-чаще оставалась, вот, все было великолепно. У нас были очень хорошие отношения, они покупали мне подарки, то есть очень все было хорошо, и они стали настаивать на том, чтобы мы поженились. Они? Да, да. Но видите, как прекрасно. Да, поначалу да. Но мне казалось, что это все-таки первое отношение, хотелось легкости, не быта, а романтики. Ну, какая романтика, если вы у них оставались и жили? Ну, это... А родители, правильно, это вам еще повезло, решили, ну, раз вы уже вместе живете, mm-hmm. вы взрослые люди, то хорошо бы уже и расписаться. Так это прекрасные родители. Не все, послушайте, а сколько говорит, что-то оно у нас как-то стало часто задерживаться. Давайте-ка. Пусть тогда уж посуду моет, стирает, конечно, уже заодно. Поэтому... Ну, тогда мы жили с родителями, мне казалось, ну, хорошо, была давайте. Очень маленькая квартира, мне хотелось все-таки тогда и ребенка, а уже... Надежда, может быть, когда вы заикнулись, я выйду за него замуж, если родители останутся в этой квартире, к которой привыкли, а мы переедем в коттедж? Нет, никогда этого не говорила, я вообще никогда не смотрю на достаток мужчин. Нет, ну вот вы сейчас сказали, вам хотелось бы жить побольше, а молодые люди, которые только начинают жить, были бы счастливы в комнате, в коммуналке, потому что многие живут просто в коммуналках съемных. Это поэтому да, что-то может быть... Всегда давайте сейчас, мы же не обвиняем, мы просто пытаемся выяснить, ну, что-то. Ну, дело родителей сказать. Надо решать уже самим было. Я знала, что родители понемножку, потихоньку строят этот коттедж, но никогда не хотела там жить. Они предлагали там очень большие, то есть 400 квадратов. То есть мы могли бы там жить все вместе. Но вам предложили? Ну, конечно, не раз это все предлагалось. Надежда, вот давайте так. Вы сейчас мне не подыгрываете, вы в мое не впадаете, ладно? Вы говорите честно, как честно было. Говорю, честно, наверное, родители вам сказали, вы попробуйте-ка вот пожить здесь сначала. Это хорошие условия, а потом себе заработаете на что-то. Нет, никогда не говорили. Его родители очень сильно любят, это единственный ребенок. Мама каждый раз за завтраком говорит, когда начались вот эти все ваши начались неурядицы. Именно с того, вот когда они именно переехали, мы стали редко туда приезжать. И как ни странно, на расстоянии у нас отношения ухудшились просто невозможно. Вот. И... Потому что, может быть, при маме он был чистый, обутый, одетый, накормленный. Как раз наоборот. Как раз наоборот, нет. Тогда, Надежда, я вам не верю. Вот не бывает так, ну, что и вас и приняли, и разрешили жить, и к вам очень хорошо относились. Тут у них началась благодать, коттедж построили, работа хорошая, деньги. Ну, может, они невестку хотели побогаче? Да. Правильно. А может, но они же знали, ждать, когда вы выйдете за их сына когда замуж. Вы нагуляетесь, да. Уже вы хотели легких отношений, а они хотели, наверное, уже внуков. Ну... Сыну было на тот момент 26 лет, вы уже с ним 2 года. То есть ему к 30 годам, а он все ни туда, ни сюда.
А им хотелось наследников уже. Я не думаю, что это так, потому что... Тогда в чем вы видите причину, почему мама стала к вам придираться и сыну говорить? Это не твоя девушка. Я вижу причину только в том, что вот это богатство, которое на них обрушилось, она не выдержала этого. То есть она смотрела на меня и говорила, то, что ты плохо одета, бедна именно. Вот. То, что твои родители, то есть, почему они тебе не купят шубу? То есть, а вы вот бы так. Сказали, потому что они не зарабатывают. Да, им я так говорила. Не повезло. Я говорила то, что у меня родители, учителя, вот, и они не могут себе этого позволить. Я сама работаю с 15 лет. А она вот. Что? Она говорит, а вот мне как повезло, вот мне мой-то купил сегодня, видишь? Да, именно так все и происходило. Я просто а вы бы сказали, я рада за вас, когда мне будет столько же лет, сколько вам, и мой муж будет, нет, вот, ваш сын покупать такие да. шубы. Вот я еще считаю, что проблема в том, что я никогда и не сказала слово поперек. И даже мой молодой человек часто, когда мы находились в гостях, говорил, ответь ей, я знаю, ты можешь поставить ее на место, потому что это просто было бесцеремонно. Тогда я понимаю, что у мамы съехала крыша. Да, съехала крыша, на именно так. Денег. Я именно так считаю. А, ну хорошо, но не с мамой же жить. Ведь молодой человек был на вашей стороне. На моей всегда. Тогда я не понимаю, Надежда, если молодой человек был на вашей стороне, но у многих конфликты, послушайте, со свекровями, но при этом муж любит и говорит, ну потерпи, я же не могу поменять. Вот а она мне какая есть. А потом помиритесь, сейчас да? поженимся, а там уж как-нибудь. Да? Ну, можно спросить совета у родителей, но в целом надо самим решать свои проблемы. Ведь он даже скрывал подарки, которые вам дарил, и говорил, маме не говори. Почему, как он вы считаете? Он скрывал подарки, потому что она ему говорила, ничего не покупай. Просто прямо. А он работал? Да, конечно. Надежда, я думаю, что проблема была в вас тоже. Потому что если бы вы были приятным человеком для нее, может быть, где-то был ваш небольшой косячок, она бы сказала, ну и что мы тоже всю жизнь прожили бедными. Сейчас повезло, она зато никогда... какая хорошая девчонка, и ты ее знаешь, и мы к ней привыкли. Женитесь. У нас на самом деле были моменты, когда у нас были опять очень хорошие отношения, как раньше. И потом, то есть когда заходила тема, что о женитьбе, вот все, сразу другое лицо, другой человек, и что ты нам не ровня. Вот, то есть вот знаете, так. мне кажется, почему? Потому что, когда он вам делал предложение, не имея этого коттеджа огромного, вы сказали, нет, хочу легких отношений, хочу пожить еще для себя. А когда вдруг они неожиданно вот так разбогатели, у них стало все хорошо, тут вы созрели вдруг для свадьбы. Она, видать, ему сказала, что-то как-то у нее вдруг резко изменилось, сынок. Посмотри-ка, как-то... Что же она раньше-то за тебя замуж не пошла? А сейчас, смотри, глаз горит, как на все это. Такое тоже могло произойти. Не знаю. Колечко теребит, нервничает очень. Ведь он был на вашей стороне, вы могли выйти за него замуж. Ну, вы знаете, я представила себе, подслушала разговор, когда он ее поставил перед фактом, что все, я вижу Надежду своей будущей женой. А она сказала, что нет, только через мой труп. Вот, я это услышала, и я поняла, что никогда она не даст покоя нам, и потом, если будут дети, она будет их накручивать так же, как его, допустим, да, против меня. Мне мама всегда говорила, что какая бы ни была бы девушка, если ты будешь с ней счастлив, я всегда за тебя буду, и всегда буду поддерживать тебя. Да. Ну, тут видишь тоже, разные семьи, разные ситуации. А вторая история, когда мешал брат вашего возлюбленного? Да, вторая история практически такая же аналогичная ситуация, только брат мешал. Почему? Ну, он считал то, что ему, моему молодому человеку рано создавать семью, что ему нужно нагуляться. Вот. И изначально он не говорил, что зачем он тебе нужен, то есть прям при нем. Вот, зачем он тебе нужен, посмотри, даже сравнивал себя с ним, вот, что посмотри, у меня есть это, то, я всего добился, зачем тебе он, у него ничего нет. И как только я сделала все, чтобы я была вот муза для своего молодого человека, и когда у него все наладилось, вот, тогда он стал уже говорить ему, то есть я проверку прошла, вот, на прочность, а мой молодой человек нет. Соответственно, получается, а так. А он в каком смысле? Ну, то, что, получается, брат мне говорил, когда брось его, он тебе не нужен. Я сказала, нет, все, это мой мужчина. Вот, а когда он говорил то же самое уже в дальнейшем брату, то брат его послушал. Ну, то есть, и бросил вас? Ну, получается, да, он все сделал для того, чтобы мы расстались. Да, не всегда мы угодно родственникам наших избранников. Не всегда. Зачастую нас не принимают, потому что думают, либо корысть, либо не такая любовь, либо недостойная, либо копается в нашем прошлом в чем-то. Но в результате мы все равно выходим замуж за своих возлюбленных, рожаем их детей. И кто-то привыкает, свыкается, кто-то не общается, такое тоже возможно.
Ну, чтобы вот так вот своих возлюбленных оставлять. В любом случае, мы не идеальны. Это в любом случае. У каждого есть свои какие-то грешки. Но главное — осознание, где ты был неправ. И признание его. А вообще образование какое у вас? У меня два образования. Одно среднеспециальное, одно высшее. Вот. Я менеджер. Кафедра управления, менеджер организации. В Москве, да? Да. Вы москвичка? Нет, я не москвичка, я в Подмосковье живу. Вы по профессии, по специальности работаете? Наверное, да. В специальности. Вообще мне нравится клубная индустрия. Вот. Я прям чувствую себя в воде. Я всегда говорю, что для умной женщины мужчина не проблема, а решение. Угу. Вот что решить должен ваш мужчина? В первую очередь быть опорой для меня, наверное, другом. В первую очередь. Потому что С вами дружить надо. Он должен во мне видеть именно не объект вожделения, а именно боевую подругу, грубо говоря. То есть вот чтобы с ним... Вам нужен Петька-автоматчик, что ли? Нет, я понимаю просто, что страсть, допустим, 3 года длится максимум. Это мое личное мнение. 20, да? Это я так могу говорить. Знаете, я вам скажу искренне, на боевых подругах не женятся. Да. С ними дружат, секретничают, иногда пьют кофе или пиво, но женятся как раз на тех, кому испытывают страсть. Нет, естественно, хочется любви, но когда девушка... также и друг молодому человеку, то я думаю, Надежда, что... Надежда, вы обидчивая, честно. Наверное, нет, меня трудно обидеть, но если уже я обижусь, все. Легко обидеть, вы очень быстро замыкаетесь в себе, если что-то не по вам. На самом деле, я стараюсь до последнего, чтобы было по-моему. Не по-моему, а как я вижу. Злопамятно, да. Это не отнять. Ужас, ужас. Что меня ждет? Подожди, нас еще не выбрали. Нас еще не выбрали, да, точно. Да. Нет, я имею в виду при хорошем истечении обстоятельств, что меня ждет. А вот вам богатый нужен или не нужен? Конечно, желательно. Лучше, когда деньги есть, чем когда их нет. Это естественно. Вообще на компромиссы легко идете? Вы уступчивая? Легко. Покладистая, как мне говорил мой молодой человек, да. А легко извиняетесь? Извиняюсь, когда есть за что, конечно, извинюсь. А вы в случае конфликта уходите в себя или предпочитаете выяснять отношения? Выяснять предпочитаю. Роза? Надюш, вы обычно хорошая девушка, незамысловатая. Да. Вот Лариса любит, говорит, какие-то бывают такие сложные. Мне кажется, сейчас вам подойдет любой мужчина возрастной, который хочет жениться, детей, который простой, хорошей семейной жизни хочет, без всяких там выкрутас. Таких много. Так что сегодня выбирайте, на кого сердце поведется, как говорится. А я там... Если приведу ее домой, мама будет не против. В вашем гороскопе в 7-м доме, то есть в доме брака, расположена планета Плутон, и она в напряженных отношениях с другими планетами гороскопа. Для вас вопрос вписанности в некую систему, это может быть семья, это может быть дружеский коллектив, который окружает мужчину, всегда будет очень сложно. Не потому что именно конкретная мама или конкретный брат или конкретный друг что-то будет против вас иметь. Вы не очень хорошо сходитесь с толпой людей. Вы в коллективе себя вообще чувствуете не очень хорошо. Вам тет-а-тет проще с человеком выяснять отношения. И при этом вы действительно и обидчивы, и за словом в карман не полезете в случае чего. И отношения любите не просто выяснять, но и подолгу это умеете делать. Останавливаться не умеете на этом пути. Я вам желаю научиться, поскольку возраст уже позволяет это сделать, вписываться в систему, все равно приходя в семью, либо беря мужчину уже с тем опытом, который у него есть, а это работа, его дружеские связи, его соседи даже в конце концов, вы будете вынуждены вписываться во всю эту среду. И не нужно говорить, раз ты меня полюбил, то теперь уже меня все это... под меня. Нет, так не будет в вашем случае. Я считаю, что наша задача сегодня сделать вас гибче и научить разумному компромиссу. Очень скоро нашу невесту ждут 3 незабываемые встречи. И, возможно, одна из них изменит ее судьбу. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Надежда». Встречайте пирожника. Привет, Надя. Меня зовут Рамуальд. Я готов носить тебя на руках всю жизнь.
Спасибо. Это познакомиться. Проходите. Конкуренты. Ну, хорошенький, да. Такой. Здравствуйте. С кем вы пришли? Я пришел с сестрой Инной и подругой Ольгой. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. Рамуальд, 32 года. Энергетик в строительной организации. Имеет 2 высших образования, ходит в спортзал и занимается тюнингом своего автомобиля. Гордится тем, что самостоятельно построил дом. Предупреждает, что живет с мамой. Возлюбленная Рамуальда испугалась знакомства с его родителями и предложила расстаться. Надеется, что Надежда – смелая девушка. Я бы тоже испугалась знакомиться с такими креативными родителями, которые называют мальчик Рамуальд. А отчество будет у детей тоже, прикинь? Ну, такое да. Очень своеобразное. Первый раз с таким сталкиваюсь. А кто вы по национальности? По национальности я русский. Мама полька, а в Польше, это польское имя, в Польше их очень много, очень распространенное, так же, как у нас Иван. Но нет, Рома его зовут, знают, я так думаю. Рамуальд. Ну так давайте по порядку. Где вы познакомились с невестой? Я познакомился в Екатеринбурге, когда там работал. Но, естественно, если уезжаешь в другой город, длительные командировки. А вы там были в командировке, да? Да, это были командировки. У меня дома никого нет, ни жены, ни девушки. Как бы я волен делать все, что хочу. Ну, естественно, познакомиться интересно, приятно всегда. Пусть. В общем, у вас начался роман. Да. И через сколько вы ей сделали предложение или пригласили ее к своим родителям? Сколько времени прошло с момента знакомства? Мы знали друг друга порядка 2 месяцев. Сделали предложение, сказали, да. Выходи за меня замуж, поехали знакомиться с родителями. Или как это? Да, так и было. А она что? Она сказала, что ну сейчас пока не хочу ехать, и как бы вот сейчас вот лучше съезди один, подумай, mm-hmm. Может быть ты там... Ну что, дурочка что ли? Москвич приехал, замуж за... Какой москвич? А кто вы? Он из Краснодара. Откуда вы из... Из минеральных вод. Ну, все равно замуж ведь зовет. Тут она вдруг пропадает. Вы уже билет купили. Нет. Это было чуть позже. Там получилось так, что я уехал домой. С ней договорились, что... Ну, буквально на 2 недели. Если ни у кого ничего там не перегорит, то будем дальше продолжать отношения. Потому что на тот момент я оставался еще в Екатеринбурге, в ее городе. Я приехал домой, купил кольцо, ну, как бы чисто символически, чтобы и с родителями поговорить, потому что одно дело это наши отношения. Ну, ясно. И вы вот прошло 2 недели, у вас ничего не перегорело, вы ей звоните и говорите, жду. Я вернулся в Екатеринбург, привез кольцо, и, ну, фактически у родителей там попросил ее руки. А она? Она согласна. И вот наступает момент, когда вам нужно будет все-таки ехать знакомиться с вашими родителями. Да. А она что? Она нормально. До того момента, как были взяты билеты. Уже буквально проходит там... И она? И она вот передумала. Что говорит? Ну, первые слова, нотки это появились такие, что... А что у тебя там есть? Есть ли машина, есть ли квартира? Да нет, она, в общем, знала там, что у меня есть, я чего не скрывать, но есть у меня машина дома там, есть где жить. Тогда какая причина, как вы считаете? Я почти уверен в том, что я ей, может быть, и нравился, но она не рассчитывала на изначально серьезные отношения выйти замуж. А кольцо-то она взяла? А кто не возьмет? Ну, а вернула? Я не спрашивал. Какая-то странная девушка у вас была. Бывают девушки корыстные. Но мне кажется, что Надежда не такая. Надежда, вот как вам, Рамуальд? Я хочу вас спросить, где мы будем жить? Сакраментальный вопрос. Но очень нежно заданный. Ну ничего тут сакраментального нет. Я бы с удовольствием пригласил к себе жить, забрать к себе. Но тут вопрос с переездом, это как бы... А у вас мама там, папа, да? И мама, и папа живут дома. У меня отдельная квартира. Он живет далеко, в минеральных водах. Вряд ли она к нему поедет. Женщины очень любят конкретику. Женщины очень любят мужчин, которые точно ставят задачи, правильно формулируют свои желания. А если человек просто сидит и льет воду, сам себе домысливает, то женщина рядом с ним превращается в лужу. Она не понимает, чего от нее хотят.
Вот мужчина должен сказать, выходи за меня замуж. Завтра мы улетаем, вот билеты, в 2 часа я с тобой заезжаю. Вот тебе кольцо, маму зовут Наташа, папу Боря. Будем жить там-то, по такому-то. Понимаете, а когда непонятно что... А можно не согласиться? Да, пожалуйста, не согласитесь. Ну просто невозможно познакомиться с девушкой и вот как-то вести себя, вот ты только ее увидел, и сразу все, я тебя вот увидел, ты мне понравилась, я тебя люблю, на кольцо поехали ко мне? Нет, наоборот, меня смутило, что через 2 месяца вы уже были готовы ее вести к себе на родину, делали ей предложение. Наоборот, 2 месяца это очень мало. Я не думаю, что это мало, и немало людей... Вы считаете, что я сразу должен жениться? Нет, что вы, я так не думаю, 2 месяца это мало. А вы думаете, это мало 2 месяца? Ну, любимый, ну так как-то вы немножко... Вас Лариса может не понимать, но если вы придете на наш сайт двое.тв, там обязательно найдется вот не такая умная, но зато хорошая, которая замуж за вас захочет. Да, то есть ты сказала, что я плохая. Но с другой стороны, Ларис, я вот, знаешь, думаю, если даже человек, если мужчина не может явно выразить свои мысли, может быть, женщина сможет им ловко командовать? Она сможет ставить ему задачи, а он будет их реализовывать. Мальда, вижу, что им командовать не получится. Я сейчас еще на сюрприз посмотрим. Надежда, я приготовил для тебя варенье. Хочу, чтобы ты попробовала и сказала, как оно тебе понравилось, если понравилось. А какое это варенье? Из чего? Варенье из грецких орехов. И еловых обожаю. Шишек. Обожаю наше любимое варенье. Я пробовал тогда. Вкуснятина какая, да. Ну, классный молодец. Сюрприз, да, молодец. А я вот пойдемте, смотрю прямо и да, ему жизнь мы так ее видим. Необычно. Так, хвойные шишки похожи на туту. Класс. Можно попробовать. Шишечки. Я такой даже не видела никогда. Нет, а боже это мой, что? А я попробовала? Да, я попробую. Вкусно, необычно. А ты знаешь, как оно не просто готовится из грецких орехов? Да. Mm-hmm. Там в определенный момент надо собрать грецкие орехи, когда еще они молочной спелости. А, да-да-да, да, вымачивать их. Нет, спасибо. Очень сладко. Впечатления у наших ведущих останутся надолго о Северном Кавказе. Рамуальд, честно я вам хочу сказать, потрясли. Молодец. Да. Мы будем за вас. Необычно. Нет, тут ничего необычного. Это нет, все... потому что чай-то, господи боже, кто только не поил невест чаем, но чтобы варенье из шишек, из еловых. И прям... Я бы назвала это варенье Рамуальд. Да. Здорово. Спасибо, Инна. Мы будем за вашего брата, поэтому забирайте его и приходите в комнату. Кристиночка. Я считаю, что Надежде первый жених подходит. О, конечно, подходит. А вы что считаете? Неплохой. Очень даже хороший. Крупный. Образованный. Солидный. Немножко нервозность присутствовала, но до того момента, наверное, когда начинают раздергивать. Вы... Медленно, немедленно, так, не так. Так и женат ни разу не был. Да ладно, чтобы не 50 же ему. Да, может, это потому, что он такой неторопливый? Это судьба Водолея, я хочу вам сказать. Что? Очень часто мужчины... Водолей, ну кто еще, как не Водолей, мог принести сюда варенье из шишек еловых? На самом деле, это люди самые нетривиальные, самые оригинальные. Они ну часто... хорошо, но не он же но варил других его. Не похож, но все равно, вот именно такой сюрприз, может, понимаешь? Может, и мама Водолей их? Вполне может быть, я думаю, что там вся водолейская семья. Но очень часто эти мужчины недопоняты именно потому, что они кажутся такими немножко особенными, странноватыми. Они хотят казаться такими и поддерживают в окружающих это впечатление. И таким мужчинам... очень сложно вызвать подлинный интерес женщины к себе. Или какие-то авангардные, нетрадиционные, нетривиальные девушки рядом оказываются. А обычные девушки боятся куда-то, убегают от них. Я считаю, они комфортны в семейной жизни, когда уже женщина заполучила вот такого, как Рамуальд? Ну, я скажу так, Рамуальд достаточно
спокойный, пассивный и ленивый, он не будет создавать слишком много дискомфорта в семейной жизни. С ним можно поладить как-то. Как тебе тот вопрос, что она сразу задала, что где мы будем жить? Это нормальный вопрос. Нормальный. То есть, ну, тем более, ну, в принципе, она, для... по-моему, не очень хочет переезжать к тебе. Ну, это неизвестно. Я, наверное, не готова уехать куда-то, тем более так далеко. У меня свой уклад жизни. Мать, ну, тогда и сидите у себя. Если только привезти его ко мне, получается. Вот, тоже вариант, а туда будете ездить отдыхать. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И не пропустите новое знакомство через несколько минут. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Надежда. Встречайте второго жениха. Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, проходите. Нет, вы сюда, Николай Николаевы. Здравствуйте, почему вы один? Мои в последний момент отказались. У них работа. Давайте посмотрим, познакомимся с вами получше. Николай, 32 года. Оценщик в страховой компании. Смотрит комедии и мелодрамы, изучает религию и философию, мечтает стать писателем и открыть свое издательство. Предупреждает, что он верующий человек. Первая возлюбленная Николая оплакивала бывшего избранника под песни Булановой, а вторая не расставалась с фотографиями экс-возлюбленного. Надеется, что у Надежды не осталось воспоминаний о прошлом. Николай, кто бы мог подумать, что творчество Татьяны Булановой может вот так отразиться на личной жизни? Что там произошло? Вы любили Буланову, и ваша девушка любила Буланову. Ну, заплакала она под одну песню. А вы заревновали, думали, это ей навеяло отношения с бывшим с ее, да? Ну, немного, да. А она что? Злила вас специально? Ставила Буланову и рыдала? Ну, наши отношения все несколько месяцев продолжались. Вот. А вторая почему-то вас злила тем, что носила фотографию экс-возлюбленного с собой. Какие-то... Ну это вообще как здрасте. Нет, это издевательство. Просто издевательство. Что, вот прямо была с вами, потом доставала фотографию и говорила: «Ой, Санечка, мой любимый, скучаю». Вот что она делала-то? Ну, да. Какой кошмар. А вы бы ей сказали, а мне это неприятно. Или достали бы мою фотографию и стали бы говорить: «Ларисочка, вон какая красивенькая». Вот кто же бы, ну, в ответ ей что-то какое-нибудь. Знаешь, можно было с его стороны что сделать. Тайком, тайком подменить фотографию, представляешь? Вот... Зачем? Нет, мне кажется, это было... Свою фотографию, ты не поняла. Свою фотографию вместо возлюбленного. Ну это был бы намек, да. А ведь поехали аж к ней в Углич. К девушке-то к своей. А ее дома нет. Вы с мамой. Сидите ее, ждете, и вдруг она за гитарой пьяная. Говорит: «О, здорово, Колян, какими судьбами, да?» «Ага, вы что?» Говорит: «Ну, к тебе приехал. Тебе, потому что тебя полюбил всем сердцем». А она говорит: «Пока я трезвее, сходи-ка ты в музей Бабы-Яги». И вы пошли, там такой в Угличе есть музей. Может быть, она не ждала, он, наверное, сделал сюрприз ей. Да, возможно. Ну, так и ничем это так и не закончилось. Она оказалась просто пьяницей, что ли? Ну, непонятно, наверное. Короче, ваш душевный порыв она не поддержала. Ну, да. А музей-то хоть посмотрели? Ну, да. Ну, вот, не в накладе. А у вас дедушка был лауреат Ленинской премии по физике, да? Да. А чего же вы это в ученые него не пошли? Ну, я тоже по первой специальности техник связи. Ага. Вот. А почему оценщик? Внешне, конечно, он тебе проигрывает. Внешне 100% проигрывает. Нет, ну тут я не могу о себе говорить, проигрывает он мне или нет. Хорошо, вот когда она протрезвела, вы уехали. Через две недели вернулись и выяснилось, что она сломала ногу. Ну да. А вы ей специальные бинты, мази, все телефону еще сообщила. Да, вы ей ухаживали за ней. Угу. А она возьми и скажи, что
Спасибо тебе, Коля, за заботу, но люблю бывшего. Да. И ну плакать. Жесть. Жесть еще какая. Над фотографией рыдала, да? Ужас. А вы ей сказали? Да. Дура, что ли? Я вон какой жених к тебе приехал. Из Москвы? Да. Вы москвич? Из Зеленограда. Из Зеленограда, но это еще круче, чем Москва. Да. Терпел он меня, походу. Все-таки надеялся, наверное, что она, так сказать, образумится. Ой, Николай, что-то вы прям вот не тех любите. Да. Пока. А что Надюша-то пригорюнилась-то? Сидит грустно. Мне кажется, мы не подходим друг к другу. Почему? Почему? Прям вот так очень сразу. Скромный. Очень хорошо, очень когда тихий. Муж скромный. Нет. И что? Ну вот просто стушевался. Сейчас вас конечно. Увидел. Да вот их я пойметик, женщина. Я понимаю, что он не подходит еще в том, что я спортсменка сама, занимаюсь тренером, вот фитнес-бикини. Чё-чё? Фитнес-бикини, 28-то лет. Ну и что? И чего, и он тоже будет. А вы тоже не жирно занимаетесь спортом, небось? Ну да, хочу пойти в фитнес-клуб. А вот похвалите себя сами, Николай, вот вы какой? Вот что у вас вот прекрасного, замечательного? Знаете, многим женщинам нужно прямо вот расшифровывать. Вот какой вы? Пьете? Нет. Нет, ну, видно нет, же. Нет, мы про достоинства, а не про курите. Недостатки, Рос. Не, не курю. Уже хорошо. Романтик. Романтик. Ну, в другой город сорваться. Не нужен вам романтик, да? Нет. Он домашний, мне кажется. Ну и что? Так что в этом плохого? Подождите, вы собираетесь детей рожать конечно, или нет? Конечно, обязательно. Ну так, и отец что? Отец хороший будет. Ну, должны же быть общие какие-то интересы, хоть какие-то. Так а вы еще даже и не расспросили. У нее, дедушка, лауреат Ленинской премии. Кстати, по физике. Какой. Представляете? Ж понимаешь, какие гены там. С дедушкой жить, а с ней. Ой, я думаю, Николай сегодня на вас полюбуется полземного шара, поклонники нашей программы. И знаете, сколько будет на Николая заявок? Я уверена. И я уверена. Обычный. Спасибо. Пробросайтесь. Конечно. Николай, ну и давайте тогда посмотрим на сюрприз. Нужна нам эта Надька. 100 лет. Печальный тот рассвет, и расставание час мне трудно позабыть, нам не забыть слова. И ты едва ль сама их сможешь позабыть. Одиноко без тебя, одиноко. Почему же к нам судьба так жестока? Почему разлука вновь между нами? Ну, волнуется. Да, не волнуется, да. И скромный, видно, правильно говоря. Почему разлука вновь между нами с бесконечными дождями да снегами? Себя испугались-то, господи боже мой. Все хорошо, молодец. Спасибо, мой дорогой. Проходите в свою комнату. Он очень стеснялся, он очень застенчив. Да, все люди видно, разные. Видно, переживал, да. Да. Но плюс в том, что он вообще пришел. Это он очень... хороший человек. Да, да. Он очень достойный. Возраст будет ему к лицу. Знаете, он похож на персонажа из мультфильма «Каникулы в Простоквашино», на отца дяди Фёдора. Да, да, да. Вот да, вот он такой долговязый, такой вроде бы нескладный, ничего, но он будет очень хорошим отцом, хорошим мужем, хорошим другом. И жена бывает. Всегда приятно будет приходить в дом, где хозяин такой, как Николай. Поверьте, ему будет что передать своим детям. Он трогательный, он нежный. Он столько любви вам подарит, он столько будет прощать.
и он очень глубокий человек. Но не у всех получается так. Понимаете, цыганочку с выходом? Не у всех. Рассмотрите, увидьте суть. Что вам вот это вот внешнее обязательно? Пришел бы Франц сейчас такой бы сидел здесь. И за этим одна пустота и ничего больше. Мне просто кажется, что с ним я быстро обнаглею. Сяду ему на шею. А вы контролируете себя. На это и есть духовный стержень у человека. Вы же не скотинка, чтобы писать на ковре, правильно? Ну как-то будете себя держать в руках. Когда уважаешь человека, это же не важно, какая форма. Если ты уважаешь, то ты себе не позволишь никогда распускаться с человеком, который тебе не может ответить. Правду говорит Лариса. Спасибо ей. Значит, вы должны себя как-то контролировать и не иметь такого права и возможности пнуть возлюбленного, который на все с улыбкой скажет: «Хорошо, пойду в музей Бабы-Яги, пока ты здесь беснуешься». Нельзя. Нельзя. А я так не поняла, он один живет? Он живет один. У него квартира. Москвич. Москвич. Да. Он оценщик страховой компании. Он состоятельный человек из хорошей семьи. В Москве. Тоже, да? Только отдельно живут. Есть и дедушка, лауреат Ленинской. Коль, ну-ка выйди еще раз. С мамой и сестрой. Заинтересовалась наконец-то. Вы отдельно живете в Москве? Мама еще. Еще с мамой, да, и сестрой. С мамой. Квартира большая? Трехкомнатная. То есть будет куда привезти? Есть что? Ну и снимать, конечно. Можно снимать? Будем, чтобы, нет, да, я отдельно. Категорически против снимать. Почему? А. Ничего себе, вот королева принцесса. Я удивляюсь, почему не снимать? Ну вот мы наговорили всякие комплименты. Может быть, там звезды говорят что-то плохого. Чудесный, душевный человек. Очень тонкий. Действительно боится раскрываться в любви, потому что очень тонко чувствует. Я считаю, что если бы он чуть-чуть раскрепостился, это пошло бы ему на пользу. Но я благодарна тому, что он сегодня у нас появился вот ровно таким, какой он есть. Потому что мы так уже привыкли к тому, что норма, когда у нас приходят женихи, невесты, разваливаются здесь, ведут себя развязно. Но почему это должно быть нормой поведения? Он был просто достаточно скромен, он от волнения застегнулся на все пуговицы. Он прекрасно выглядит, на нем хорошая рубашка, он статный. Вот он сейчас вышел и продемонстрировал себя просто во всей красе. Он породистый. Да? Очень аккуратный, чистый какой-то. Я считаю, что Надежда хорошая девушка, и хочу, чтобы она меня выбрала. Надежда, знакомьтесь с третьим женихом. Здравствуйте, Надежда. Мне очень приятно познакомиться с вами. Меня зовут Денис. Надеюсь, что наша встреча не случайна. Я тоже. Спасибо. Мы тоже надеемся. Проходите. Ну, он как четкий такой, как военный. То есть все прямолинейный. Да, пожалуй. С кем вы? Я хочу представить мою сестру Ксению. Очень приятно. Ну, а теперь давайте на экран посмотрим, узнаем вас получше. Денис, 30 лет. Раньше был военным, сейчас работает продавцом-консультантом в гипермаркете. Читает военно-историческую литературу и произведения Омара Хайяма. Мечтает построить дом и вернуться в ряды вооруженных сил. Во время подготовки к свадьбе родители Дениса поссорились с семьей его невесты. В итоге торжество не состоялось. Надеется, что Надежда готова идти на компромиссы. Невероятно! Я впервые переживаю вот такое несоответствие увиденного на экране и вживую. Два разных человека. То есть вы в форме, и вы вот сейчас в гражданской одежде. Да, Василиса, или только мне одно показалось? Нет, не показалось. И для меня тоже удивительно. Вы там такой значимый. А почему вдруг отказались от военной службы, от профессии? Получилось так, что у меня заканчивался контракт. Вот. А служба военнослужащего – это такая ситуация, когда командировки, разъезды, постоянная перемена места жительства. Вот. У меня отец сам военнослужащий. Вот. А служил 30 лет больше в армии. Вот. И как бы времени на именно отношений как таковых и не было. Вот. И когда подходило время окончания контракта, я принял решение, что для создания семьи
все-таки не, придется. Ну, где военный и где продавец консультантов в гипермаркете, это же... Ну, это сейчас у меня временная временная, работа. Да. Ну, я надеюсь. У него явно будет не такой кругозор, как у Надежды, и ей просто будет с ним неинтересно. Ну, вот, возможно. Мое мнение много такое. Много времени потерянного в армии. Слушай, а что это за история такая? Ваши родители не могли договориться о месте свадьбы, о проведении, да, наверное, каких-то... Да, да, там получилась такая глупость. Ситуация. Получилось так, что мы проживали в другом регионе, в Ставропольском крае. Вот. Отец, как я сказал, военнослужащий, mm-hmm. у него там было служебное жилье. И когда мы купили дом, его обязали сдать жилую площадь. И как раз вот время этой сдачи попало вот на наши... так сказать, мероприятия, которые должны были состояться. Угу. И тут стал вопрос, где, как, что. Вот. Нам, соответственно, негде было ни остановиться, ничего. То есть, грубо говоря, сыграть свадьбу в том городе мы не могли. Вот. И... Но если вы это понимали, то родители невесты тоже должны были это понимать. Они понимали, но, скажем так, у них такая была позиция, когда мы общались уже, договаривались по поводу свадьбы. Из уст ее мамы прозвучала такая фраза, которая меня немножко шокировала. Угу. Она сказала, нам вообще свадьба не нужна. И вы со своей любимой, с которой хотели до гробовой доски прожить, сказали, ну вот у родителей не получилось, и ты прощай, моя любовь. Нет, там а немножко что? Не так. Сестра, помогите, потому что вязкий Денис. Понимаете, в чем дело? Как бы она не очень сама хотела ехать в другой город, потому что у нее была налажена работа. Она была девушка достаточно такая... Какие вы смешные. То есть до того момента дожили, что человек сделал предложение, и она сказала свое «да». А решить, где будут жить, это же вопрос первостепенный. Нет, поначалу она согласилась. А потом почему? А потом она пошла в отказную просто. Может быть, испугалась, не знаю. Ну хорошо, а может, все, жилья, что не делается, что, все к лучшему. Там вроде как нет. Сейчас у вас какое положение, где вы живете, с кем вы живете, в каком городе? Я сейчас проживаю в городе Липецке, mm-hmm. вот, проживаю с родителями. У вас дом там? Да, дом. Ну вот тот дом, в который да, не да, поехали. Да. Mm-hmm. Как дом... вы, Надежда, к тому, чтобы переехать в Липецк? Или к себе заберете? Посмотрим. Он мне должен сначала понравиться. Нет, значит, Коленьке ты это сразу отворот поворот. Надежда сегодня такой богатый выбор, она может поехать нее... просто в такие разные места. Но или остаться в Москве. Имеет значение, естественно, для нее место жительства. Есть где жить, нет. Денис, ну расхвалите себя как-то. Вы помогите брату, чтобы Надежда сказала. Да... А, ну тогда другое. Какие дело. Он готов необычные сюрпризы для меня делать? Или были ли такие неужели сюрпризы? Вам это важно? 28 лет. Да, но у вас еще пара лет, и вы будете готовы родить от первого встречного по русской традиции. Извините, нет, я не говорю, что так должны все сделать. Но, к сожалению, девушки после 30 начинают волноваться, искать себе мужа уже любой ценой. Я не волнуюсь. Почему бы сейчас не выбрать по каким-то другим критериям? Иным, отличным от вот этих дурацких сюрпризов. Ну, хочется романтики. Вот поверьте так мне, никто вас был, из Николай. Мужей не делает этих послушайте, сюрпризов в браке. Вот такой романтик, как Николай... Ну, вообще трудно себе представить. Нежный, романтичный. Почему? Мы же не знаем, какие сюрпризы он делал ли и будет ли делать. Вот он хорошо, в идеале, какого бы сюрприза хотелось? Ну, хотелось бы вот... Вот, например, вот прямо... Полет на воздушном шаре, например. Вам не страшно? Нет, нет. Очень интересно. Мне кажется, с любимым это будет вообще очень романтично и на всю жизнь. Ну, последняя надежда. Домой придете, правда, третью страницу паспорта откройте, внимательно изучите дату рождения и год рождения. Она такая вот девушка, судя по всему, так знающая себе цену. Но и вот с таким характером, ну, да. Характером. Надежда, поясните, пожалуйста, вот фитнес-бикини, это что такое? Потому что как бы я интересовался, но до конца не понял. Это между именно бодибилдингом и, то есть, именно моделью. Вы понимаете, что это закончится вот, ну, практически со дня на день? Нет. Для меня только это все начинается. Мне это очень понравилось. Может быть, вам не нужно замуж? Нет, очень хочется, правда. Я готова. Я считаю, что я готова. Но чтобы я он был готов из квартиры, делал сюрпризы не в виде заначки случайно найденной, да? Нет, чтобы найденной, он был спортсменом, да? Тоже. Чтобы он был прекрасен, чтобы на шарик, конечно, на воздушной. Слышь, мать с кубиками хочет. Ну, он-то, конечно, спортом занимается. Здесь ничего не скажешь. То есть военнослужащий, который не занимается спортом, он, наверное, не тот сможет нести службу. Да. Но так он и несет. Может, будем командовать? Сюрприз покажете? Да, конечно. Пожалуйста.
Надежда, я знаю, что многие девушки любят шоколад, сладкое очень. Я вам приготовила шоколадный сюрприз в виде шоколадного фонтана и предлагаю вам отведать клубнику в шоколаде. Девица. Ну как вам? Угу. О, как вам сегодня повезло-то? Ну, с клубника с шоколадом по вкусу. Да, вкусно. Это очень романтично. Не еловая шишка. Вот здесь вот, конечно, да. Спасибо большое. Прекрасный сюрприз. Спасибо большое. Проходите к нам. Как вам? Неплохой. Правда, профессия его, которая на данный момент, очень смущает. Мне кажется, 30 это не лет. На время. Он сказал, что временно. Все говорят временно, а потом остаются. Поэтому здесь как-то вот не то. Как вам, Денис? Хороший молодой человек. Видно то, что он будет хорошим семьянином, наверное. Вот. Наверное, не гулящий все-таки. Не любит такие, наверное, шумные компании с друзьями, что-то такое. Миша, я тебя раскусила сразу, поняла. Правильно подметила. Не люблю я шумные компании. Мне Денис очень понравился. Во-первых, любим мое имя. Сына Денис зовут. Вы знаете, что нравится? Вот такая вот хорошая российская мужская последовательность. Во-первых, выбор профессии, самая мужественная. Вот те, кто сейчас там работает, вот, слава тебе, Господи, что подняли, и зарплаты, и условия создают. А самый важный момент, он что сказал, говорит, а семью надо, детей надо, я просто некогда, нет времени, не хочется абы за кого, а хочется выбрать, жениться, поэтому, да, консультант. Женится, дальше пойдет. Вот мне это нравится, с подходом. Поэтому, Денис, не надо кидаться абы на кого, не буду говорить, кто. Тут нам тут сейчас это... Пальчики-то загибает. Надежда, принцесса. Вы человек сложный для отношений. Сложный. Не потому, что вы такая замороченная, чересчур умная или очень тонкая. Нет. А просто у вас такие требования на самом деле очень примитивные к мужчине. Очень простые. Но вы на них зациклились. Просто если бы хотя бы она была согласна на съемную квартиру, это было бы вообще замечательно. Ну, видишь, опять же, съемная квартира имеет очень много минусов. Денис – хороший российский мужчина. Со своими плюсами, которых полно, минусов, которые же, естественно, есть. Он живой человек. Ну да, хороший. Хороший российский мужчина, который по российской традиции со своей Венерой в Деве считает, что женщина должна воплощать его планы в жизнь. Вот как он сказал, или его родители придумали свадьбу, так она должна сейчас быстренько со своими родителями собраться, переехать в нужный город, бросить свою работу, ну и фактически организовать там свадьбу. Он считает, что женщина – это такое средство помощи ему во всем. Но поверьте мне, в повседневной жизни романтизма там не будет совсем. Никакой клубники в шоколаде вы не увидите. Не, почему? Я готова делать сюрпризы. Но она тебя совсем не знает просто. Ну да. Конечно, для программы все это красиво. Шоколад, клубника, в жизни все бывает по-другому. Но я хочу сказать, что этим Денис не отличается от 90% других мужчин никак. Очень скоро мы узнаем, какой выбор сделает наша невеста. Не пропустите. Девочки. Ну, кого вы будете советовать? Кристиночка, ваше пожелание? Мне кажется, Денис, но только дружить, не более того. Чуть-чуть делать? Дружить. Только дружить. А зачем вам дружить? Время нужно терять, ну, и тому, и другому. Ты выйдешь к ней, если она зайдет? И зайдет, да. Отлично. А вы, Кристиночка, что думаете? Я считаю, что роман Надежде больше всех подходит. Спасибо. Надежда? Ну, я сделала свой выбор. Роза? Ромуальд. А ты выйдешь за ней, если она тебя выберет? Конечно, выйду. Ура! Я поддерживаю. Ура! Вы знаете, про таких, Надь, как вы, говорят, такая фифа. Вот вы типичная вот такая фифа. А вот нарисовала себе какого-то принца, которого не существует. Поверьте мне. Мне кажется, Николай, если вы просто потрудитесь над собой немножко и посмотрите не... привычным взглядом на мужчину, таким оценивающим, квартира, машина, где живет,
будет он вас, не знаю, там, на воздушном шаре сопровождать или нет, а немного поработайте над собой, потрудитесь, и вам откроется совершенно новый, неведомый, интереснейший для вас мир. Попробуйте, Николай. Надежда очень хорошая девушка, мне очень понравилось. Если она зайдет, я выйду вместе с ней. Я не буду говорить ни об одном из мужчин, которого рекомендовала бы, но хочу напомнить миф, о котором в программе уже говорила. Лев – это знак, который символизирует миф, как погибают от собственных усилий. Льва Геракл загнал в пещеру, убил его и потом с него же содрал шкуру его же собственными когтями. Это символ того, что лев очень часто гибнет от своих собственных ошибок. Сам совершает, сам планирует, сам делает и потом сам жалеет об этом. Вот сделайте, пожалуйста, сегодня выбор такой, чтобы не попасть в западню, чтобы потом не пожалеть. Хорошо. Ромальд, ой, как варенье хорошо делает. Слушайте себя, вас, ваше сердце приведет туда, куда нужно, мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4151. Ирина, 26 лет, номер 2981. Актриса и блогер изданий. Смотрит американские сериалы, слушает российскую поп-музыку, владеет 4 языками и профессионально катается на фигурных коньках. Мечтает встретить мужчину, похожего на Диму Билана. Евгения, 27 лет, номер 2982. Певица, писательница и телеведущая. Читает книги по психологии, вяжет одежду для близких и принимает участие в парусных регатах. Познакомится с интеллигентным мужчиной, который будет способен поддержать ее в трудную минуту. Мы не знаем, выйдет Надежда одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и ее поддержать. Твой сюрприз. Я хочу узнать тебя получше. С удовольствием. У нас есть пара Надежда и Рамуаль. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс имени героя на номер 4151. Я Лариса Гузеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся. Ой, полным-полна моя коробочка. А что за напасть 16 лет замуж-то? Глазки-то у нее маленькие. Маленькие. А чуточки-то у нее большие, правда? Вот именно. Родился, учился, трудился, потом влюбился. А не вредит ли секс в таком возрасте? Нет? Да. Я думаю, что только омолаживает. Декабрь, и причем 12 месяцев в году. Вот так же и по поводу ого-го, боюсь, Мань. А как натурально-то?